Привет, меня зовут Лисяна Вазьмина, и мне 13 лет. Я живу в России, учусь в художественной школе города Томск. Это Сибирь. Мне очень нравится графическое направление. Я люблю использовать разные техники и изобразительные материалы в своих работах. Всегда стараюсь совершенствовать свои навыки. На данный момент я изучаю технику зентаг. Это новое направление в искусстве рисования. Авторами этой идеи являются Рик Робертс и Мария Томас. Я практически работаю с элементами зентагла, которые имеют повторяющиеся круги и линии. В этой работе я использовала маркеры и металлизированные линеры. Эта работа более декоративна. Всем пока!